Когда мы ехали в Испанию, муж спрашивал, что ты там будешь делать? А, что я буду делать? Я пошла на спорт. И вот я уже занимаюсь. Это я. Первые шаги. Это уже все идет так увереннее. Ну здорово. Плаваю и занимаюсь йогой. Мы ходим в походы. Здорово же. В походах танцуем, общаемся, открываем новые места. Ой, а плов в пикнике – это вообще отдельная история. Ну и, конечно же, моя мечта – танцы. Спортивные бальные танцы. Два, три, круг за головой. Ча-ча-ча. Раз, наверх. Два, три. И меняем руку. Ча-ча. Раз, собираем и выводим. Два, три. И вот я уже танцую. А это мы репетируем у девушек на дому. А еще после основных занятий я пошла на бачату. Занятия проходят с другим педагогом, но Испания и без бачаты, наверное, это просто нереально. Сейчас я в зрителях, наблюдаю, как наши девушки танцуют и получают медали по спортивным бальным танцам. Ну а это наши конкурентки в будущем. Прогулки по Аликанте, посещение музеев, выставок, сасангов, кафе, баров, ресторанов, которых тут очень-очень много. И отчетные концерты в школе спортивных бальных танцев. А вечером танцы у бассейна. И в бассейне в танцевальных костюмах. Посещение концертов, дискотек. Празднование дней рождений. И непрерывно танцы. Учим дома, учим в школе. На берегу моря. Очень хорошее настроение. И это все, друзья, происходит в таком чудесном, замечательном и очень красивом месте. Коста-Бланка, Испания. А еще планировала научиться делать торты творожные без выпечки. И вот, пожалуйста. Люблю готовить. Люблю фрукты. Кафе. И, конечно же, куда без испанских котов. Это моя прекрасная, замечательная семья. Весной мы были в Португалии. Это мой сын с женой, я с мужем, мои любимые мужчины. Доченька. Я знаю, что все только начинается. Впереди новые встречи, достижения, успехи и новые впечатления.